можете видеть наш дизельный винтовой комплект на трассе 10×13. 10 кубов в минуту, 13 бар. Здесь вы можете видеть наш дизельный двигатель Cummins. С этого года мы используем дизельные двигатели со стандартом выхлопа Евро 3. Также особенность этого двигателя в том, что мы устанавливаем его более мощный в сравнении, например, с другими производителями, что позволяет ему вращаться на меньших оборотах. Вся наша линейка с двигателями имеет скорость вращения двигателя не более 2500 оборотов, что продляет его срок службы. От клапана безопасности на маслобаке мы устанавливаем отводную трубку. Зачем это нужно? Чтобы в случае открытия клапана безопасности масло не начало разбрызгиваться внутри всего компрессора. Если это произойдет и оно, и раскаленное масло попадет на дизельный двигатель, то возможно возгорание. Поэтому эта трубка крайне важна. Мы используем сухие аккумуляторы. Это позволяет производить запуск компрессора даже после долгого простоя, после месячного или двухмесячного простоя, за счет того, что аккумулятор сухого типа. Это позволяет запустить компрессор. Компрессоры дизельные ДНР оснащены такой световым огнем. Зачем это нужно? Если оператор находится на расстоянии нескольких метров от компрессора и при этом достаточно большой шум, то он может не услышать сигнализацию с контроллера. Поэтому дополнительно оснащается световым огнем, чтобы можно было понять, что компрессор требует или обслуживания, или, например, требуется масло удалить. То есть все сигнальные огни, которые подаются на контроллер, как звуковая сигнализация, так и световая сигнализация дублируется. На дизельных компрессорах производства ДНР используется маслобак максимально возможного объема для обеспечения нужной столбной смазки винтовых роторов, так как компрессор используется снаружи помещения, чтобы он достаточно в любой ситуации смазался, обязательно мы обеспечиваем максимально возможный объем масла для роторов. Компрессоры оснащены шумопоглощающим материалом для обеспечения низкого уровня шумоработы.